Здравствуйте, уважаемые адепты дзюдо. Я Роман Карасев. Хочу предложить всем профессионалам дзюдо подключиться к обсуждению такой насущной темы, как правила соревновательного дзюдо. Сегодня в интернете много идет обсуждений на тему, какие правила должны быть в соревновательном дзюдо. Возвращать правила 30-летней давности, 20-летней давности, что-то изменять, новое добавлять. Или, возможно, вообще ничего не делать, как бы пустить это все полностью в свободное плавание. Но я хочу предложить специалистам дзюдо собраться за круглым столом в режиме конференции Zoom для того, чтобы обсудить такую, наверное, уже назревшую ситуацию, когда эта ситуация должна быть как-то разрешена, и, возможно, таким образом вот такие специалисты дзюдо смогут дать определенные свои рекомендации Международной Федерации дзюдо и, может быть, всему международному сообществу дзюдо. Поэтому я приглашаю тренеров, судей, известных во всем мире, конечно же, русскоязычных, потому что круглый стол будет на русском языке, написать мне в комментариях к этому моему видеосообщению о своем желании принять участие в круглом столе. Ориентировочно планируется до 10 специалистов, поэтому вы можете, конечно, присылать свои контакты, свое желание, но результат, кого я выберу, будет зависеть от меня по принципу, наверное, авторитетности специалистов в области дзюдо. Так что приглашаю вас к обсуждению темы правила соревновательного дзюдо вчера, сегодня, завтра и жду ваши комментарии.